Макс, что за вид у тебя, Макс? Ну все, мы начинаем ежегодный традиционный репортаж, посвященный окончанию сезона футбольного клуба «Газовик». И вот хотелось бы взять интервью у одного из лидеров атак «Газовика» Антона Хазова. Подожди, да, я спрошу кого-то. Короче, какие у вас впечатления, ну, о прошедшем сезоне? В первую очередь хотел бы сказать, что в роли корреспондента ты намного лучше смотришься, чем на поле. Я ни одно интервью в жизни дал, и не есть чем сравнивать. Ну, как бы это репортаж, он больше о футбольном клубе «Газовик», как бы не обо мне, так что давай по теме. Когда такие защитники, как ты, сзади, впереди творит. Подождите, стоп-кадр, давайте по новой начнем. Вся проблема в том, что прошедший сезон... Кто-нибудь другой есть? Нет в команде? Забыть и готовиться к следующему. Постарим. Спасибо, Антон. Никит, традиционные приветы брату. Категорично недоволен пятым местом. Надо бы стыки продать. Стыки, да? Ну, а на новый сезон как ты думаешь, это что? В двойку. В двойку? А кто после игры звонит маме и жалуется, что ему не дали пас? Качук. Самый надежный, да. Снимите бутс, пожалуйста. Дим, разденься. Торс покажи. Я блеш уже весь. Ну а что думаешь по поводу прошедшего сезона? Только не на серьезно. Категорично недоволен пятым местом. Кто виноват вот в такой вот неудаче крайней? Я считаю, Айволи. Непосредственно Айволи. Футболист наш, защитник. С чем это связано? С его игрой. О чем можно говорить с коллегами по команде после игры? О женщинах и о машинах. О футболе не стоит говорить после игры. Кто о женщинах не разговаривает? О Айволи. У кого самая нормальная машина? Самая нормальная? У главного тренера. А самая ненормальная? У Саталкина. Он виноват в пятом месте? Он виноват. Если бы он играл чаще, мы бы, может, четвертые были. Сам не виноват? Наверное, нет.